мы сделали анализ предыдущих наших мероприятий, что выполнено, что не выполнено. Одним из основных шагов будет то, что более активно приедут белорусские товары к вам. И в том числе вот здесь, в этом комплексе, будут открыты торговые точки. Немножко сделали акценты по более глубокому сотрудничеству в плане машиностроения. Это касается и тракторного завода, и Гомсельмаша. Выявлены некоторые ошибки, которые были совершены предыдущими, так сказать, периодами. Мы у вас много что покупаем, особенно у нас для машиностроения, металлургии, химической промышленности. И положительное сальдо, кстати, в вашу пользу. Поэтому надо сказать честно, что достаточно много мы у вас покупаем, и это очень хорошо. И сотрудничество в дальнейшем все равно будет развиваться. У вас есть прекрасные предприятия, которые занимаются и кабельной продукцией, и буровые установки. То есть это все тема для дальнейшей работы.